Не могла она это сделать. Она доброй души человек. Она кошек-то кормит хоть, собаку. Не исключено, что в доме произошла банальная пьяная ссора. Вероятно, конфликт вспыхнул в тот момент, когда пара вернулась домой с очередных посиделок от общей знакомой. Вот выкрики, мужик все один орал. Все там выступал. А женский голос я не слышал. Несколько лет назад муж хозяйки квартиры умер от туберкулеза. Спустя какое-то время женщина познакомилась с другим мужчиной, с которым и жила все это время. Даже бывшая свекровь не имела ничего против этого союза. Мужчина, по ее словам, был спокойный и работящий. Квартирант пустел, я говорю, ну, в годах, садитесь, заживите. Димка, он вообще беспокойный. А вот подруга ваша? Ну, она нет, она такая неадекватная немножко. Неадекватная? По словам знакомых, эта неадекватность проявлялась и раньше. Несмотря на то, что сама задержанная не помнит произошедшего, люди утверждают, что в пьяном состоянии она уже хваталась за нож. Поножовщина была еще не первый раз. У них в семье, в смысле, была поножовщина уже? Не, у них в семье уже. С друзьями с нашими стояли около меня с ножами. Задержанная женщина была доставлена в ближайший отдел полиции для дачи показаний. Ее причастность к смерти мужчины сейчас выясняют следователи.